Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Кит. Смотрите, сколько в нашей игре много интересных персонажей. Тут и Джинджер, Бен, а вот и наш котик Том. Пока, ребята, мы с вами открыли только котика Тома. Но осталось нам достроить вот эту локацию. И здесь мы с вами можем открыть кошечку Анжелу. Ну что, погоняем на аквабайке? Поехали, Том! Смотрите-ка, мы соревнуемся против Анжелы и Джинджера. Поехали! Так, что это за бонус нам попался? Двойные очки, неплохо. Здесь лучше разогнаться, пока мы на третьем месте, ребята. Теперь на первом. Ой-ой-ой! Сколько здесь препятствий? Главное, ни во что не врезаться. Какой-то бонус. Снова двойные очки. Неплохо, только у нас очень маленькая скорость. Лучше бы прибавить. Давайте-ка прыгнем с трамплина. Вот так. Неплохо. И еще прыжочек. О-оу, только в этот раз мы налетели на камень. Вот так, ребята, пришлось закончить соревнование. На камни попадать нельзя. Давайте-ка посмотрим, мы тут уже с вами что-то можем построить. Да-да, мы можем достроить нашу набережную. Ну вот, теперь на ней появился классный магнитофон. Осталось совсем чуть-чуть, и мы откроем кошечку Анжелу и перейдем в новую локацию. Интересно, что же нас там ждет? Так, ребята, а здесь у нас сундук, который мы можем открыть прямо сейчас. Интересно, что в нем? Ого, ничего себе, сколько много монеток. 30 бриллиантиков и... Вау, новый аквабайк с уткой. Ничего себе, мы можем прокачать нас розовый аквабайк. И можем прокачать зеленый. Неплохо. Отличный сундучок нам попался. Так. А вот здесь мы можем что-нибудь открыть? Да, и здесь сундучки мы тоже сможем открыть. Ничего себе, сколько тут у нас монеток. Снова можем обновить наши аквабайки. И, наверное, последний сундучок, который мы сможем открыть. Здесь тоже куча обновлений. Ну вот, мы открыли все доступные сундучки. Давайте-ка продолжим строительство. Теперь у нас много монеток, и я думаю, мы должны достроить всю набережную. Вот так, котик Том построил лесенку. Смотрите, как он радуется. Давай-ка еще. Вот так, неплохо. Ну, мы все достроили. Ура, ребята, мы полностью достроили эту набережную. Кстати, хотела вам сказать, что в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов для подписчиков канала Ушасти Kids. Так что, если хочешь получить привет на нашем канале, подписывайся и в комментариях пиши свое имя и фамилию. А мы посмотрим, кто тут у нас открылся. Ой, что это у нас, соревнование против кошечки Анжелы? Ну ладно, поехали. Так, ладно, давай-давай, Том, гони. Ребята, если болеете за котика Тома, пишите в комментариях цифру 2. Давай-давай-давай. Какой-то бонус мы сейчас возьмем. И еще один бонус. Неплохо, главное не налететь на камни. Так, куча монеток. Ой, какая-то тут радуга у нас. Это туннель радужный. У нас огромная скорость. И мы в новой локации, друзья. Мы в новой локации, и я думаю, что это локация кошечки Анжелы. Ух ты, что это тут за лодки открываются? Как здорово здесь! Да, ребята, игра... Ой, я так увлеклась локацией, что не заметила препятствия. Игра очень-очень прикольная, так что обязательно играйте вместе со мной. А кто уже играет, напишите цифру 4. Интересно посмотреть, много ли подписчиков играют вместе со мной. Обязательно почитаю ваши комментарии. А теперь мы можем обновить вот этот наш аквабайк. Интересно, он у нас обновлен по максимуму? Нет, осталось еще немножко. Так, ладно. Что же у нас тут? Ну, поехали в новую локацию вместе с Анжелой. Вперед! Попробуем ее обогнать. Так, пока Анжела на первом месте. Пишите цифру 3, друзья, если болеете за меня и за котика Тома. И цифру 5, если болеете за кошечку Анжелу сейчас. Давай-давай, Том. Давай, мы с тобой не должны подвести ребят, которые за нас болеют. Ого, вы видели? Прям за монетками был камень. Чуть не налетели на него вместе с Томом. Ух ты, вот мы и на новой набережной. Поехали, Том. Давай прыгнем с рампа. Вот так, неплохо. Ой. Сколько здесь опасностей в воде, я вам скажу.
Нужно быть очень осторожным, и мы снова налетели на то же препятствие. Том, да что ж нам с тобой так не везет? Мы заработали с тобой еще пару монет. Так, а давайте посмотрим, открылась ли у нас кошечка Анжела. О, нет, ребята, она доступна, но нам нужно заплатить монетки. Вот так, нам нужно насобирать побольше бриллиантиков, и тогда мы точно сможем открыть кошечку Анжелу. Ладно, а давайте-ка посмотрим, какой тут у нас новый аквабайк открылся. Вот такой с уткой. Ничего себе, прикольный. Давайте-ка попробуем погонять на нем. Ну что, поехали? На новую набережную. Я надеюсь, в этот раз я буду более внимательна, и мы пройдем этот уровень. Поехали, Том! Вот так. Кстати, ребята, пока мы гоняем тут с кошечкой Анжелой, хотела вам порекомендовать мой новый канал, который называется Гамикс. На нем вы познакомитесь с классной кошечкой Алисой. Обязательно заходите на канал Гамикс и подписывайтесь, друзья! Буду рада, если вы подпишетесь на мой новый канал. Ну, а мы снова проходим через этот темный туннель. Как здесь страшно, ничего не видно. Но вот мы на набережной. И здесь нужно сейчас внимательно смотреть. Здесь очень-очень много всяких подводных опасностей. Мы взяли магнит. Отлично. И сможем насобирать побольше монеток. Интересно, когда мы уже будем строить следующую локацию? Ай, Анжела нас догоняет. Она совсем рядышком. Так, а вот и финиш, друзья, и я надеюсь, мы будем первые. Ура, мы заняли первое место и обогнали с Томом кошечку Анжелу. Отлично, Том. Смотрите, скоро мы откроем красный сундучок. Это очень здорово. Так, ну что, у нас открывается новая локация. Ура, мы ее открыли, ребята. Ну вот, здесь мы можем начать стройку. У нас есть монетки? Да, пока можем строить набережную вот здесь. Смотрите-ка, понемножку мы строим. И потом перейдем на следующий уровень, уже к Хэнку. Интересно, что же нас ждет там? Ладно, Том, поехали кататься. Мне понравилась эта прикольная утка. Поезжу-ка я еще на этом аквабайке. И в этот раз я соревнуюсь против Хэнка и Бена. И пока мы с Томом на первом месте. Мы оторвались неплохо. Давай-давай, все соберем вот так. Осторожно. Сколько тут много бонусов, ребята, и очень много опасностей. Очень-очень много опасностей в воде. Так, мы взяли магнитик. Давайте откроем вот этот чемоданчик. Лопнем мячики, ай-яй-яй, и арбузики тоже лопнем. А вот еще один синий чемоданчик. Интересно, нам дают какие-нибудь очки, когда мы лопаем предметы в воде? Так, неплохо. И вот и финиш. И кажется, мы снова первые, друзья. Соберем все монетки. Мы первые вместе с котиком Томом. Отлично, Том. Первое место. Мы заработали побольше монеток. И осталось совсем чуть-чуть. И мы сможем открыть красный сундук, в котором нас ждет много-много бонусов. Ну что, покатаемся еще немножко на утке, а потом попробуем поменять аквабайк. Ой! А, мы на подводной лодке. Давай заедем вот в эту трубу. Смотри, как классно. Вау. Очень-очень прикольно здесь. Так, проезжай. Поехали. Осторожненько проезжаем. И еще один бонус берем. Двойные очки. Неплохо, ребята. Ой, пропустили бонус. Ладно. Давай соберем здесь все. Вот так наш магнитик. И прыжок! Отлично, Том! Пока мы на первом месте, ребята! Самые первые! Так, как бы тут все собрать? И вот эта полосочка из монеток, она наша. И мы в который раз с Томом занимаем первое место, друзья! Неплохо! Давайте посмотрим, можно ли открыть красный сундук. А вот он! Интересно, что же в нем нас ждет? Открываем! Ух ты! 370 монеток! 8 бриллиантиков. Мы можем обновить нашу уточку. Это отлично. И вот этот аквабайк мы тоже можем прокачать. Он будет очень мощным. Так, ну пока все остальные суточки у нас закрыты. Будем открывать. Мы можем, кстати, что-нибудь построить. У нас 600 монеток, и мы можем начать строить дом. Вот такой прикольный домик. Так, а у нас хватит монет еще? Давай посмотрим. Нам нужно 400 монет. Совсем немножко, и мы сможем что-нибудь снова построить. Ой, мухи! Это что за мухи такие, Том?
Так, а что это у нас тут? Вау, у нас открылась кошечка Анжела. Ребята, ставьте лайк, кто хочет поиграть Анжелой. Анжела, для тебя я выберу другой аквабайк. Вот этот розовый. Кстати, мы его можем прокачать. Так, а как же нам его прокачать? Ага, вот, точно. Отлично. А, ну что, нам больше недоступно обновлений? Мы его прокачали, до 4 мы можем прокачать. Ладно, неплохо. Хорошо, выбираем его. И на розовом аквабайке едем с Анжелой. Отлично, у нас все-таки открылась наша кошечка. Поехали, друзья, вперед. Теперь мы соревнуемся кошечкой Анжелой уже против котика Тома. Ну, поехали, Анжела, посмотрим. Эй, ты что там толкаешь котика Тома? Какая она забавная. Вот это у нас борьба, ничего себе. Мы почти все идем наравне. Давай-давай, Анжела, смотри, Джинджер нас обогнал. Мы на 2 месте. Так, нужно как-то его обогнать. Трамплин, неплохо, еще один трамплин. Давай, прыгай на трамплин, и мы набираем скорость больше. Вот так, вот так. Давай по этим арбузам, прикольно. И попробуем взять бонус. Нет, не удалось у нас открыть бонус. А вот он еще, еще один бонус. Неплохо, друзья. Хватаем все монетки и берем еще один бонус. Магнит. Магнит – это классная штука. Насобираем побольше монеток. Монетки нам нужны для того, чтобы достроить нашу набережную. И вот мы снова первые вместе с кошечкой Анжелой, друзья. 150 монеток, и у нас скоро будет готов новый сундучок. И в нем будет много-много всяких классных бонусов. Поскорее бы его открыть. Анжела, хочешь, мы покатаемся на другом аквабайке? Хочешь на уточке или вот на этом оранжевом? А можем прокачать вот этот аквабайк? Кстати, вот этот мы можем прокачать? Нет. А, нам нужны еще монетки. Вот этот можем прокачать. Неплохо. Давайте покатаемся с Анжелой на уточке. Поехали, Анжела. Сейчас посмотрим, понравится ли Анжеле этот аквабайк. Ну, вперед против котика Тома и Хэнка. Эй, Том, ты чего толкаешься? Перестань это делать. Вот так. Ого, сколько много здесь монеток, друзья. Очень много и очень много опасностей в воде. Ничего себе, Хэнк. Он серьезно от нас отбился. Как бы его догнать? Ой, лодка. О, нет. Кажется, мы вышли с дистанции, ребята. Мы врезались в лодку и заработали всего 11 монет. Ну ладно, ничего страшного. Давай посмотрим. Ага, построить мы пока ничего не можем, потому что потратили монетки на обновление нашей лодки. Ладно, тогда вперед за монетами, друзья. Поехали, Анжела. Кстати, ребята, очень скоро будут приветики, так что не пропусти свой привет. И не забывай писать свое имя и фамилию, если хочешь получить привет от канала Ушасти Кидс. Давай, Анжелочка, давай, давай, давай. Вот так. И отличный прыжок. Еще бонусы. Вот так. Ай-яй-яй, не смогли мы заехать на рамп. Ладно, давай сюда, осторожно. Да, ребята, с каждым новым уровнем все сложнее и сложнее. Очень-очень много опасностей в воде, но кошечка Анжела прекрасно их проходит. И мы с ней на 1 месте пока. И давай прыжок. Отлично, Анжела. Вот так. И еще трамплинчик. Неплохо. Кажется, мы снова первые, друзья. Смотрите, как радуется кошечка Анжела. Ну вот. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы откроем еще один красный сундук. Поехали, Анжела, кататься на нашей желтой уточке. Вперед! Так, что-то мы пока отстаем. Так, так, так. Давай, давай, Анжела, толкай, толкай. Вот так. Вау, мы взяли аэроплан. Неплохо, полетали немножко над водой. Это было прикольно, друзья. Давай. И тут монетки мы тоже все соберем. Вот такой бонус, двойные монетки. Жалко, жалко, что он действует очень быстро, проходит действие бонуса. Мы снова взяли бонус двойные монеты. А что здесь? И здесь у нас опять попались двойные монеты. Вот так нам сегодня везет с этим бонусом. Фуф, чуть не врезались в камень. Камень – это очень опасно. Камень и лодки. Если в них врезаться, ребята, то тогда все. Выходим из игры.
Ура! Мы снова на первом месте. Ну что там, нам откроется новый сундук или нет? Ура! Сундучок мы можем открыть. Можем или нет? Да, можем. Можем открыть сейчас. Как вы думаете, что там в этот раз? Давайте проверять. Ого, тут монетки. Бриллианты. Обновление. И снова обновление. Мы можем прокачать наши аквабайки. Это прикольно. Кстати, мы с Анжелой можем покататься на любой набережной. Остальные пока у нас не открыты. Только набережная котика Тома и набережная кошечки Анжелы. Ну а сейчас, ребята, время приветиков. Первый привет сегодня получает София Овчарова. Огромный тебе приветик, София. Яна Бегеева и Ксюша Смирнова. Вам также большой пушистый приветик, девчонки. Настюша и Ангелина Байбары. Огромный вам приветик. Арина Петросян, Вероника Крымова, Дарья Козырина, Ярослава Михайлова, Дашенька Малышева получает большой пушистый привет, а также Даша Карнаухова и Смира Баширова. Алина Шишкевич получает большой привет, Аня Сухарева, а также Катя и Юля Кметь. Огромный вам привет, сестренки! Настя Семенова, а также у меня есть еще две сестренки, это Ева и Милана Бондарева. Пушистый вам приветик! Саша Дубовицкая, Катюша Раченко, Дарья Пепенина получает огромный приветик, а также Вероника Купец, Настюша Шеверновская, Настя Цуркан, Роман Бобров получает привет, Аня Асанова, Катя Сусоева, Дарья Козыриной привет летит, Диана Дударева, Расул Боисов получает пушистый привет от котика Тома. Также Виктория Васильева, Мария Хасанова, Карина и Вика Храмова. Вам тоже большой пушистый приветик, девчонки. И привет для Ули Пасшиваловой. Большой пушистый тебе приветик, Улечка. Ну а мы с Анжелой выберем другой аквабайк и еще сделаем один заезд. Вот этот, например. Кстати, прокачать пока мы его не можем. Нам не хватает монеток. Ну что ж, подсобираем монеток. Поехали! Котик Том и Хэнк, наши соперники. Вперед! А вот так мы взяли магнитик. Надо насобирать золото как можно больше, чтобы мы смогли обновить наши аквабайки, друзья. Вот так, неплохо. Осторожно, Анжела, посмотри, сколько всего тут в воде. И тут целая гора камней. Камни очень-очень опасны. Мы их аккуратненько обходим. Вот так. Давай вперед. Отлично. Поехали. И пока мы первые, ребята. А вот и финиш. Эта дистанция очень короткая. Ай-яй-яй. Надеюсь, нас сейчас никто не обгонит. Ура! Мы с Анжелой снова пришли самыми первыми, друзья. Отлично, первое место. Давай посмотрим, мы что-то можем с тобой построить. Да, мы можем обновить наш домик. Смотрите, сделаем еще вот такую пристроечку. Неплохо. Очень скоро у нас откроется новая локация, друзья. Ладно, давай еще разок пособираем побольше монеток. Ну что, вперед, ребята. Поехали. Ой-ой-ой, смотрите, как резво Хэнк вырвался вперед. Ничего, сейчас мы попытаемся его обогнать. Какой-то бонус у нас. Нет, мы не успели его взять, кто-то его перехватил. Попробуем взять вот этот. Ай, снова его отнял котик Том. Ой, Джинджер, у него магнитик. Что-то мы, ребята, самые последние. Наверное, Анжела уже немножко устала кататься на аквабайке. Эй, осторожно! Вау, как здесь опасно! Ничего себе, давай. Объезжаем аккуратно. Ой, нет. Мы упали в воду. Да, ребята, кошечка Анжела явно устала. Ну вот, скоро у нас откроется новый красный сундучок. Это здорово. Смотрите, нам осталось совсем немножко, и мы достроим и эту набережную. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ваш лайк. А сейчас посмотрите что-нибудь из рекомендуемых роликов, выше на нашем канале. Оставайтесь с нами, ребята, и смотрите канал Ушастикидс каждый день. Всем пока-пока!